Иван для Марка, которое мы все знаем, оно говорит, Иисус говорит им, имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Амин. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получили, и будет вам. Да. И последнее, и когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Mm-hmm. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Я смотрел, был такой Карлос Анаконти, очень аргентинский проповедник, да. У него было очень много чудес. На стадионах, на крузейдах люди, по 20 тысяч человек за одно собрание, они исцелялись, приходили к Господу, и там были разные чудеса. И вот один из секретов того, что эти чудеса происходили, это было то, что он просил людей, это был стадион, и этот стадион проводил для неверующих людей, он просил их, если вы хотите получить свое здоровье, если вы хотите получить свое исцеление, есть одно такое маленькое условие, простите. Простите, если вы на кого имеете. Слава Богу. Понимаешь, на сегодняшний день даже это вот в христианских семьях такая тема, что дети обижаются на родителей. Где-то родители одному ребенку, у меня 8, я это знаю, мы это рубили на корню, что кому-то купили чуть-чуть подарок лучше, а другому нет. Еще что-то, кому-то лучше внимание. И дьявол, он всегда атакует. И где-то есть определенная обида. Где-то, и вот эта обида тянется, и потом ты молишься за того ребенка, он не исцеляется. И вот есть вещи, которых нужно копнуть. Очень часто это из-за того, что мы не прощаем, что мы держим обиду. Поэтому послушайте, все, кто нас сегодня смотрит, я знаю, что у вас есть большие ожидания, и я знаю, что там куча звонков, и куча людей, больше всего смотрят те, кто? Те, которые имеют нужду, у которых проблемы. Да. И вот один из самых таких важных нюансов, первое, потому что, знаешь, можно обидеться на тебе, обидеться. Скажи, за меня не помолились, я уже третий раз посылаю, ни разу не прочитали. Пойми, что это как бы выборочно, но каждый раз мы берем списки и молимся по списку. Да. И Бог, Он, понимаешь, Бог, Он приходит по адресу. Я скажу тебе, что он хочет тебя исцелить еще до этого, прежде чем этот эфир был. Да. Потому что Библия говорит, что Он взял на себя все немощи и понес наши болезни. Аллилуйя. Он взял на себя. И ранами Его мы исцелились. Аминь. Да. Аллилуйя. То есть закон Духа жизни во Христе Иисусе, Он освободил нас от закона греха и смерти. А закон греха и смерти – это проклятие, это болезни, это нищета, это нехватка денег, нехватка мира и всего остального. Но послушайте, мы сейчас, это такая важная часть, перед тем, как закончить. Пожалуйста, если ты хочешь чудо, я уверяю тебя, что ты получишь свое чудо, но прости. Прости, у нас нету времени рассказывать, но ты внутри, ты знаешь, какая обида у тебя есть, или на кого ты имеешь что-то. Библия говорит, если имеешь на кого, прости. Да. То есть, понимаешь, Бог принимает нас, Он прощает. Да. Пойми, зачем вставать на эту линию, если ты не прощаешь, то Бог и тебя не прощает. Да. И пойми, быть в заведомо проигрышном положении. И второй ты скажешь, я не могу. Если ты не можешь, то это что-то неправильное, что-то не от Бога. Потому что когда ты принял Иисуса, или когда ты принимаешь Иисуса, в нем есть любовь, она приходит. Да. И это становится нашей системой. Угу. Какие бы мы ни были вредными, плохими и все остальное, но вот любовь Божия, которая излилась через Духа Святого, она внутрь нас делает другими. Угу. Аминь, мы можем, пойми, мы можем сколько раз Библия говорит? 490 раз. Ты можешь свою жену прощать. Да. Да? Да. Точно, Наталья. Точно. И каким образом? Через то, что Бог дает любовь, Он излил. Он через Духа Святого. Есть так много семинаров сейчас. Я уже рассказывал, что люди слушают семинары, поступают. Там три раза с утра он кофе принес с гвоздикой, а четвертый они поругались, она бросила в него кофе и все опять. И семинары не работают. Что работает? Любовь. Да. Поэтому послушайте, прямо сейчас, аллилуйя,
прости. Угу. Сколько из вас вы хотите получить свое исцеление? Я думаю, вы написали. Угу. Прости. Просто прости. Это всех касается. Тебе нужны финансы? Прости. Угу. Тебе нужно исцеление? Прости. Почему? Да. Потому что сила Божья, она приходит в ответ. Это как река. Потому что, пойми, это запоры. Запоры – это не прощение. Прости. Просто возьми, прости. И почему? Потому что это тебе надо. Во-первых, чтобы тебе попасть на небо. А во-вторых, аллилуйя, чтобы получить свое здоровье. Да, аминь. Чтобы получить свое исцеление. Аминь. Чтобы получить свои деньги. Чтобы получить свой прорыв. Чтобы получить свое чудо. Да. Одно условие, прости. Аминь. Не обижайся. Но пойми, даже если ты мог обижаться, если у тебя есть обиды, если 100% несправедливо. Знаешь, а кто сказал, что жизнь вообще справедлива? Я не знаю, я вот как бы не очень много прожил, но я с каждым годом все удостоверяю, что жизнь, она несправедлива. Mm-hmm. Знаешь, кто справедлив? Бог. Да, да, аминь. Почему? Потому что Он любит. Аминь. Mm-hmm. Аминь. И поэтому, пожалуйста, прости ради Иисуса, ради себя самого. Давайте мы помолимся. Да, давай. Просто давай склоним. Одно из таких важных вещей, ты скажешь, я не могу просить, скажи. Если ты не можешь простить, просто скажи вместе со мной, что я прямо сейчас делаю решение. Да, да. Простить. Угу. Я делаю решение простить. Да. И так как я делаю это решение, просто скажи, может быть, ты не чувствуешь так, скажи, я прощаю этого человека. Угу. Я прощаю своего папу, я прощаю своих учителей, я прощаю бизнесмена, я прощаю тех, кто бросил меня, тех, кто со мной неправильно поступил, кто меня обманул, кто изнасиловал, кто неправильно поступил, кто изменил. Mm-hmm. Скажи, я прощаю. Mm-hmm. Пойми, когда ты прощаешь, что-то, Божьи ресурсы, Божья сила, Божье движение, оно приходит в ответ на это. Да. Аминь. Да. Я знаю, что твое исцеление скоро возрастет. Mm-hmm. Я знаю, что твои финансы, они придут, если ты прощаешь. Да. Аминь. Одно из важных условий. Если ты настоящий христианин, то ты прощаешь. Да. Скажи, закройте глаза, скажи, Господь, я прощаю. Я прощаю. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Скажи, я прощаю. Я прощаю. Я ни на кого ничего не имею. Во имя Иисуса. Да, во имя Иисуса. Я прощаю, потому что твое слово так говорит. Mm-hmm. Потому что ты хочешь этого, Иисус. Да. Аминь. Аллилуйя. Аминь. А теперь, когда ты простил, положи руку на свое больное место. Я чувствую, прямо этот поток идет сейчас, исцеление сердца происходит. Да. От инфаркта. Аминь. И все, что связано с сердцем, во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Все, что с инсультом связано, всякие раковые заболевания, во имя Иисуса, я проклинаю всякий рак. Да. Я приказываю это инородное тело. Убирайся вон во имя Иисуса. Дел наших людей. Во имя Иисуса я разрушаю всякий вирус. Всякий вирус в организме. Все, что связано с вирусом, с проклятием. Во имя Иисуса. Вирус, твое имя. Убирайся вон. Да. Аминь. Во имя Иисуса. Ты склонишься перед именем Иисуса. Никогда не говори «моя болезнь», всякая болезнь. Мы не в завете с болезнью. Да. Пойми, у нас нет договора с ней. Угу. Мы в завете с Богом. Как Давид говорил, что я побежду этого филистимляна необрезанного, потому что он не обрезан, потому что он не в завете. Да. Мы в завете с Иисусом. Амэн. Мы не в завете с болезнью, мы не в завете с нищетой. Почему деньги могут приходить? Потому что мы в завете с Богом. Да. Он дает нам по своему богатству. Он делает чудеса во имя Иисуса. Я просто продолжаю, что деньги приходят во имя Иисуса. Аллилуйя. Сила Божья действует так, что деньги приходят во имя Иисуса. Я просто объявляю, лето Господне благоприятное, что все долги, юбилейный год, на это Рождество, он приходит по великой милости, через силу Духа Святого. Оно просто приходит в твой дом. Аминь. Аллилуйя! Принимай это! Верь! Благодари Господа! Аллилуйя! Аллилуйя! Аминь! Аминь! О, вот тут просто поток! Во имя Иисуса! Аллилуйя! Ты положил руку на свое больное место. И будь исцелен, спина будь исцелена, желудок во имя Иисуса, всякие паразиты, убирайтесь вон во имя Иисуса, печень, почки, сердце, печень, будь здорова, гепатит С, убирайся вон во имя Иисуса, сахарный диабет, я приказываю, что сахар нормализовывается.
4-8 во имя Иисуса. А 4-8 до 6 во имя Иисуса. Аллилуйя. Сахар, будь правильный. Аминь. Аллилуйя. Всякая головная боль, простудные заболевания. Все болезни, они просили о прощении. Господь, и мы молимся, мы здесь соглашаемся, мы посылаем слово. Господь Иисус, Он послал слово, исцелил их. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Исцеляющее слово, оно приходит в твою жизнь сейчас. Во имя Иисуса. И вся слава будет Богу. Вся слава Иисусу. Аминь. Иисус жив. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Аллилуйя. Он делает это сегодня. Почему Он это делает? Потому что Он Иисус. Потому что Он за это умер. Потому что это Его программа. Потому что это Его жизнь. Потому что Его природа такая. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Слава Богу. И после этого, сейчас, прямо сейчас, делай еще что-то. Подними свои руки, благодари Господа. Аллилуйя. Это есть вера, когда мы благодарим. Господь, спасибо тебе. Слава я благодарю Богу. За твое присутствие Иисус. В этой студии. Аллилуйя. Я благодарю спасибо, за Духа Иисус. Святого. Я благодарю за чудеса. Спасибо. Я благодарю, что деньги на подарки, на Рождество, они приходят к каждому. Во имя я благодарю, что деньги на билеты, которые хотят приехать родные, отцы к детям, дети к родителям, во имя Иисуса. Деньги приходят. Аллилуйя. Даже я знаю, что мне нужны деньги на это, они приходят. Аминь. Во имя Иисуса, что вся моя семья будет собрана. Также я желаю, чтобы твоя была собрана. Аминь. Во имя Иисуса. И подарки приходят. Аллилуйя. Почему? Потому что Бог хороший. Аминь. О, аллилуйя. Слава Богу. Аллилуйя. Хочешь проповедовать Евангелие? Мы верим, что если каждый человек совершит хотя бы одно доброе дело, мир вокруг преобразится. Участвуй в благотворительных программах ТБН. Стань настоящим проповедником Евангелия прямо сейчас.